Как говорится, совмещать приятное с полезным. Для SMM-специалиста Чуйского областного медиа-центра Толебебы Касымалиевой тренинг по продвижению социальных сетей и официального сайта телеканала СТВ стал очень полезным. Жақсы сапатты качество менен иштегенге жақсырақ мүмкіншілік түзіліп отырады. В наше время почти все жители всего мира являются пользователями социальных сетей и проводят там более 3 часов в день. И чтобы телеканалы не отставали от информагентств, мы должны стать медиасайтом тоже. Как правильно опубликовать новости на сайтах? Какое должно быть оформление этому всему? Нас сегодня обучают. Как ветредактор я получаю колоссальное удовольствие от потока новой информации. Более 20 желающих получить новые знания, которые пригодятся как и на работе, так и в обычной жизни. Веб-редактор телеканала может пользоваться новыми навыками для создания хорошего контента для своей компании. Тем самым повысить просмотры, лайки и комментарии, несмотря на свое местоположение, будь это в регионах или в столице республики. Сейчас век интернета, а чтобы быть медиаграмотными, мы должны уметь правильно пользоваться возможностями в социальных сетях, быть не просто пользователями, а стать именно востребованным внутри определенного интернет-пространства. Поэтому сегодня вместе со своими подопечными я нахожусь на этом тренинге. Для участников обучения имеется теоретическая, а также и практическая часть. Тренинг будет проходить 5 дней, а также тренера приглашены специально из Праги. Мы же живем в те времена, когда обмен информацией он ускоряется, и социальные сети сейчас они превратились в платформу, откуда вообще многие люди, все люди черпают информацию. И на повестке дня стоит вопрос новых медиа, да, которые уже не то чтобы дышат в спину старым медиа, они уже, можно сказать, заменяют. Поэтому мы обучаем представителей областных медиа-центров, как можно использовать, выжимать максимально из таких социальных платформ, как Instagram, Facebook, как вообще обмениваться информацией, как нужно мониторить вообще общественное мнение посредством мониторинга комментариев, которые они получают на свои публикации. То есть мы учим их использовать социальные сети для того, чтобы нести свою журналистскую миссию, чтобы оперативно, самое главное, оперативно, сбалансированно, правдиво доносить информацию до зрителя. Отметим, обучение проходит по инициативе службы информационной политики президента Кыргызской республики. Рахат Батырбекова, Джумабай Исманалиев, СТВ, город Бишкек.